Администрация промышленного района Самары в телеграм-канале напоминает, что длительные работы на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой, недопустимо. Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. Чтобы дача приносила только радость, нельзя выходить на участок в самые жаркие часы. Нужно делать перерывы в работе каждые 30 минут. В идеале использовать специальную скамеечку для садовых работ, пить воду и всегда помнить о ранних признаках инсульта. В эту субботу официально стартует пляжный сезон, сообщает администрация железнодорожного района Самары и напоминает о правилах безопасного отдыха на воде. Запрещено купаться, выпив алкогольные напитки. Необходимо контролировать время нахождения на солнце. Опасно заплывать за буйки. Долгое купание может вызвать озноб и мышечные судороги. Внимательно следите за детьми. Их поведение в воде непредсказуемо. Находитесь всегда рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки. Входите в воду осторожно, медленно. Когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает о том, что почетный гражданин Самары Геннадий Петрович Аншаков сегодня отмечает свое 87-летие. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской государственной премии СССР, герой социалистического труда. Геннадий Петрович прошел путь от конструктора первой категории до генерального конструктора АО РКЦ «Прогресс». За более чем полувековую деятельность в отечественной ракетно-космической отрасли внес выдающийся личный вклад в выполнение космической государственных программ и укрепление обороноспособности и экономики страны. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям и желает Геннадию Петровичу крепкого здоровья.